Видеообзор данных шин, потому что фотографий получится много, не совсем будет понятно. Вот мы их уже разули, 4 штуки, резина Dunlop. По каждому колесу мы вам все покажем. Допустим, колесо номер 1. Вот одна сторона, ни шишек, ни порезов, ничего. Так, как я и говорил, год изготовления 2018. Сейчас я не помню, с какой стороны это написано. Но все равно, ладно, эту сторону тоже показываю. Тоже ни шишек, ни порезов. Не, где же... А, вот он. Вот, выбитый год. 2018. Вот, на всех шинах. Они 2018 года выпуска, но были куплены в 2021 году, в ноябре. Вот, как я говорил, были переобуты сразу УАЗик на другие шины. МТ 9 января 22 года. Вот, внутри вот корд полностью все целое, никаких ни латок, ничего нет. Может, не знаю, как покрутить. Вот, все вот эти вот на боку даже усики видно. Там видно на камере, не видно, все они заводские. Еще пооставались усики. Вот, протектор, думаю, тоже видно. Так, можем даже померить. Сейчас все шины заснял, да? Сейчас. Так, ну то же самое. Вот еще одно колесо. Вот одна боковина целая. Вторая боковина целая. Тоже ни латок, ничего такого нет. Вот, глубина протектора тоже хочу внимание заострить. Вот, померил 1,4. Боковые тоже померил 1,4. Другие шины тоже можно померить. Сейчас я тут качу. Так, вот еще одна. Одна боковина. Вот. Вторая боковина. Все целое. Тоже ни латок, ничего нет. Как еще раз повторюсь, новая резина. Там с бумажки. А, да, вот еще этикетка сохранилась. Они были обуты все это время, поэтому ни водичка, ничего сюда не попадало внутрь. Вот. По протектору то же самое. Мерим. Блин. 1,4. Видно? Ну да. Одинаковый протектор. То же самое, боковые блоки. Ну, не знаю, в принципе, все одинаково. Сейчас еще одна у нас осталась шина. Вот. Тоже боковина. Целая. Одна. Боковина. Вторая. Вот, внутри тоже ни латок, ничего. Все это видно. Ну и по протектору, я не знаю, еще раз проверим. Еще одну шину, четвертую. Как его, вот так, да? Чтоб видно было. Так, вот. Раз. 1,4. На всех шинах протектор абсолютно одинаковый. В принципе, на видео видно вообще глубину протектора. Ну, они новые, вообще колеса. Что там говорить? Что в магазине, что ли? Да. Они наши. Так что все, смотрите, вот мы их сейчас в сторонку откладываем. Вот, как я ранее вам и говорил, вот купили автомобиль. Нива себе, тревел. Тоже для покатушек, для охоты, для рыбалки. Вот, но на нее ждем ПТС. Видите, номеров нету. Ждем на нее сейчас с электронной ПТС выписку. Чтобы можно было на автомобиле передвигаться. Собственно, потом эти шины мы загрузим и вам отправим. Предположительно, это будет где-то вторник, среда. И все. А там дальше уже как договаривались. Ну, в принципе, все. Да?